В учебном центре спецназа Федеральной службы исполнения наказания России экзамен проводился среди офицеров территориальных органов. К финальной части испытаний был допущен 31 кандидат, прошедший предварительный отбор и попавший на итоговый старт. Пройти все испытания смогли только двое. В итоге краповые береты вручены двум офицерам из отделов Краснодарского края и Курской области.